Всем привет, я Юля Андреева. Прогноз погоды на понедельник, 4 ноября, представляет группа компании «Железно». Квартира по красной цене. Выгода. Вдвойне. Покупай квартиры осенью от застройщика «Железно» с выгодой от 460 тысяч рублей. Торопись, жилые комплексы «Метроград» и «Васильки». Звони 3-5-3-8. Кажется, в спорах о том, растает этот снег или останется до весны, пришло время подводить итоги. В понедельник по всей области обещают дождь. Причем не просто дождь, а сильный дождь, и от 0 до плюс 2 градусов. В Кирове в понедельник будет пасмурно, обещают небольшой снег. Вероятно, этот снег будет мокрым. Температура воздуха 0, плюс 1 градусов днем. Ночью ожидается плюс 1, плюс 2. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 5 метров в секунду. Влажность воздуха 83%, магнитное поле спокойное. Световой день продолжает убывать. Продолжительность его в понедельник составит 8 часов 42 минуты. Луна находится в первой четверти. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на понедельник, 4 ноября. Пока!